Новые вызовы и угрозы мировой кибербезопасности. Эти темы стали главными на международной IT-конференции в Сочи. Она собрала около 1000 участников. Это киберспортсмены, программисты и руководители крупных компаний, которые ведут деятельность во всемирной паутине. Мероприятия прошли под патронажем Краевого департамента информатизации и связи. Здесь ключевые вопросы по международному инфобезу – это именно сотрудничество стран в части пресечения киберпреступлений. То есть у нас проходил ряд круглых столов, в том числе где с представителями федеральных органов исполнительной власти и представителей иностранных государств обсуждались лучшие практики раскрытия при пресечении преступлений, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий. Создавать новое программное обеспечение и улучшать информационную безопасность – важнейшая задача краевой администрации. Для ее решения региональный департамент информатизации и связи принимает целый комплекс мер. Так, в нашем крае был создан киберштаб. Он позволяет обеспечить кибербезопасность региональной системы исполнительных органов власти. Данный штаб у нас возглавил заместитель главы администрации Александр Александрович Рупель. Также в инфраструктуре органов власти у нас функционирует центр мониторинга информационной безопасности. Центр мониторинга для пресечения угроз был переведен на усиленный режим работы. У нас в каждом органе власти назначены ответственные за реагирование на инциденты информационной безопасности. Разработан общий регламент, который представляет собой порядок действий, который каждый сотрудник, ответственный за информационную безопасность, должен делать в случае наступления киберинцидента. В планах у департамента информатизации связи Краснодарского края повышать уровень информационной безопасности в регионе. Сделать это получится благодаря соглашениям, которые ранее заключили на конференции представители региональной власти с ведущими IT-компаниями. Договоры подразумевают сотрудничество, обмен опытом, а также проведение совместных киберучений.